Это что-то новенькое мы нашли. Это новый ресторан афганский. Рекомендовал друг Антошин. Еле доехали до него. Он такой большой. Довольно-таки. Да? Меню. Целая книжка. Даже канапа, по-моему, есть. Смотрите, сколько плова. Плов на любой вкус. Боже, я даже не знаю, что брать. Матон. Курица. Очень много шашлыков. Да. Угу. Очень много жаркого разного. Шашлыки, рыба. Какое разнообразие шашлыка. Окра. 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 Окра, спинач, микс, фреш. Кингфиш. Чопсы на ребрышке бараньи. Даже куриный крык, боже, я уже голодная. Я очень голодная и хочу все. Грин, что-то зеленое. Курица в зеленом каком-то соусе. Это тоже курица в чем-то. Это мясо, курица. Ой, вегетарианское что-то. Далгош. А нет, это гороховое жаркое с мясом. Вот что интересно, можно попробовать. А вот, какая прелесть. Хлеб афганский. Что это? Бараний банджан. Супы. Да? Канафа есть. Моя любимая сладость. Да? All together? Пока ждем свой заказ, покажу вам настоящую сидушку тахту. Ступеньки. Заходите. И садитесь. Прям можно сесть возле окна. Удобно. Подушки. Но я в платье сегодня. И все равно, знаете, в такой позе все равно неудобно есть. Но красиво, да? Чай бы с удовольствием выпила бы здесь, на этой тахте. Мы уже заказали и ждем свое. Вот только показала тот уголок. Это для мужчин. Да, I'm gonna have canapa. Для мужчин. А это для семей. Или для женщин. Видите, шторки. Можно шторки также закрыть, как вот парочка сделала. И уединиться. И никто не будет видеть, как вы едите. Давайте поближе покажу. Прям как махарани. В общем, это все подается как дополнение бесплатное, получается, к нашему блюду. Это суп. Вермишель, помидор. Кукурузка, я вижу. И горох. Это что-то. Не знаю абсолютно, что это. Это на плов. Это помидоры, перебитые зеленью и с чили. А это что он сказал? Ребрышки, что-то такое. Ну, тоже это к рису что-то. И салат. Даже нут горошек есть. Не очень вкусный суп. С первой ложки не очень. Сейчас немножко распробовала. Неплохой. Неплохой суп. Очень интересный. Какая у нас декорация на столе. И цветы в вазах. Все как афганцы любят. Соль, перец, сахарница. Не знаю, это масло или уксус, кетчуп, санитайзер. Салфетки. Something cold water for drink, something green tea.
Бухари рис с морковкой жареной. Да, это хлеб? Это, yes, yes. Мы еще заказали хлеб нам. Этот рис, вареный в бульоне. Типа вот таком насыщенном бульоне. Потом добавляю в него очень много специй, жареную морковку и обязательно изюм. Называют этот рис букхари, букхари. Или букхари, букхари. Это что-то нечто. Да? Антошек заказал курицу, курицу. Fajera. Да? Ждите. Да? Хлебушек принесли нам с полужара. Хрустящий. Нам еще чай зеленый принесли. Ну что, рис попробовала, очень вкусный. Теперь дело идет к мясу. Его нужно раскопать сначала. Правда, смотрите. Мягонькая. Очень легко отходит от кости. Вот теперь в дополнение сюда на плов добавляем этот концентрированный бульон. И немного помидорных. Помидорная заправка очень вкусная. Свежие помидоры перетертые. Я так понимаю, что мяса здесь очень много. Ой. Да, большой кусок мяса. Вот он. Вот он какой. Ну что, приятного нам аппетита. Ой, какое оно нежнейшее. Нежнейшее. А сверху жирок. Ем, сижу спокойно. А тут, оказывается, у меня еще один кусок. Thank you. We're fine. Смотрите, еще один кусман в рисе спрятанный. Я его даже поднять не могу, ребята. На костомахе. Ой, как это все вкусно. Я передать не могу. Антоша доволен своей курицей. Курица обалденная, говорит. Мягонькая, сочная. Что процесс идет. Очень все вкусно. Оторваться не могу от плова. Просто оторваться не могу. Чай налила себе зеленого. Смотрите. Там не просто зеленый чай. Эти плавают сверху в кардамончике. Я не любитель зеленого чая, но этот приятный. Очень приятный. Подъедаем. Салат уже весь съели. Подливку почти всю. Помидорки. Это Антошин рис. Он заказал дополнительно курицы. Курочка тоже уже почти. Единственное, что хлеб нам не понравился. Он содой отдает и не хрустящий. То есть поначалу он был очень-очень хрустящий, постоял минуты две и все, и он превратился просто в квашню. Нет, единственное, хлеб нам не понравился, а так все очень-очень вкусно. Да. Маленькое разочарование. Ага.
моей канафы нет, той, которую я хочу. Есть с кремом, но не с сыром. Вот на фотографии это с сыром, как, ну, классическая канафа. А есть с сыром и с нутеллой, а я их не люблю. Поэтому я осталась без десерта. Так интересно смотреть, что за другим столом заказали. Хлеб, шашлычки, тоже бухарский рис. И, по-моему, ребрышки не бараньи. Ну что, все мясо и плов, два риса забрали. Берем с собой. Пьем чай. Менеджер этого заведения, этого ресторана, молодой парень, афганец. Рука Моники золотые на выходе. А это вот так с улицы он выглядит. Это вот где здесь парочка сидела за шторками. Он прямо у дороги, этот ресторан. А здесь боулинг-центр. Нет. Вам эта карта не поможет найти ресторан. Здесь, когда мы шли в ресторан, здесь, проходя мимо, здесь пекут хлеб, я увидела. Вы видите? Тандыр. Тандырные лепешки. Заняты. Ну все. Здесь какие-то раскопки, что ли, ведут. Да вряд ли у дороги. Все. С полным пузом едем домой. Вот он, ресторан. Мы уже дома. Перед рестораном мы заезжали в торговый центр. А зачем? У нас чай закончился. Да, за чаем. В общем, чай купить. Ну, и понеслась. А, это собойка с ресторана, кстати. Мясо, рис, бухари, вот этот вот рис, плов афганский. Нужно в морозилку, потому что я его завтра, послезавтра точно есть не буду. А так пусть в морозилке лежит до лучших времен. В общем, за чаем ездили. Чай взяли. Лакшери. Лухари, в общем, лухари золотой. Золотой. Золотой чай. 250 грамм в пакетике. Ну, не удержалась. Цена хорошая была за 11 рублей. Треска, артишоки и пюре. В общем, взяли. Тут Антошек увидел макароны. Американский рецепт, по-моему. Но в, скажите, в британском варианте. За 16 рублей. Как не взять? Конечно же, взял. Это его любимые. Но меня смущает единственное. Это пластик. Он что, в микроволновке должен готовиться? Вряд ли он. А как ты его? В общем, ребята, нужно потом посмотреть. Тоже это быстро нужно определить в этот, пока не сильно разморозилось, в морозилку. У меня в морозилке уже мест нет. За 4 рубля вместо, не помню, 20, по-моему, грейпфрутовый сок. Обалденный. Что-то я на него присела. Ну и по 4. Как не взять, да? 4 рубля. И, по-моему, две шоколадки. Еще взяла одну Твикс за 3. И After Eight. Это любимый британский, английский шоколад. Правда, не мой. Не мной любимый. Ой, ну что, открылся? Или открытым был уже? В общем, непонятно что-то. В общем, шоколад с мятой. Звучит даже уже, да? Ой, кстати, ребята, подождите. А вот и лягушка, вот и жабка. Говорят, все
Вот с этой жабкой лучше не брать. Жаба. Представляете, первый раз мне попалась жаба. Подождите, это еще не конец. Продолжение. Еще одну дыньку. Пахучая. Надеюсь, будет сладкая. Папайку. По-моему, Шри-Ланка. Со Шри-Ланки была папайя. И одну капустку. Еще чуть не забыла же. Подождите. Double chocolate. Вот эти вот мои любимые рулетики. Ну, они как конфетки. Конфеты-рулетики. Я их обожаю. Смотрите, какие они вкусные. Обалденные. В шоколаде. В общем, как на картинке, так они и в жизни. О, это мои любимые. Их можно как семечки. Вот открыл и как семечки. Вот теперь на этом все. Ребята, все. Спокойной ночи. Устали. Очень сильно устали. Сегодня был очень длинный день. Все, всем пока.